Приветствую вас, уважаемые друзья. Доброго времени суток подписчикам, зрителям моего канала. Сегодня пришла очередная посылочка из Китая, которую я хочу поделиться с вами. Что в этой посылке? Сейчас вскроем и посмотрим. Пришла посылка очень быстро. Где-то со дня покупки прошло не более, наверное, 12-й день сегодня. Хорошо упаковано. В коробочке, но видно, что коробочка подмята. То есть все-таки доставляли ее как-то не очень аккуратно. Вот сейчас, наверное, думаю, вскрою и уже покажу. Так, что же пришло мне в этой посылке? А в этой посылке мне пришел трехъядерный процессор Athlon. Цена данного процессора $15.60. Вот. Такой процессор. И также вместе с ним пакетик термопасты. Сейчас вставим его в компьютер. Посмотрим, как он будет работать. Ну, надеюсь, все нормально. Поэтому ссылочка будет под описанием к видео. Цена, как видите, невысокая для данного процессора. Кого заинтересовал данным видео, заказывайте. Приходит очень быстро, хорошо упаковано. Поэтому, думаю, все будет отлично. Спасибо за просмотр, друзья.